Политолог Хайк Мартиросян на своей странице в Facebook пишет: «Армения продана. Народ, или ты сейчас поднимешься, удалишь уничтожающую тебя опухоль из твоих легких и получишь шанс на жизнь, или тебя не будет. И не будет твоей страны. Пора действовать. Враг, благодаря предательству изнутри коменданта крепости, захватил твою цитадель. Проснись, возьми твои доспехи и дай решающий бой. Сардарапат здесь. Либо мы будем бороться, либо исчезнем. Ничего не будет. Нет времени. Завтра будет уже поздно. Сейчас. Национальный демократический полюс приглашает завтра на митинг. Это редкая возможность спасти Армению от смерти. Присоединяйтесь к нам тысячами, десятками тысяч». Подписывайтесь на канал Национального демократического полюса в YouTube.